Итак, всем игрового времени суток, мои металлолазерщики, меня зовут Девушка Николай, и мы сегодня тестим оружие. Я сегодня предлагаю протестить энергетическое какое-нибудь оружие. И мы это сделаем как... Бластер чужих, без допов. Говорят, что вроде как хорош. Хорош, ну да, у меня есть, но он у меня двухзарядный. Поэтому, да, хорош. Вот. Так, тихо. Вот он, бластер чужих, да? Ствол у нас будет. Шо? Попадание в ад. Ладно, пускай будет длинным. Тактическая рукоятка будет меньше расхода УД. Так. Я бегал с отравленным магазином. Может, с отравленным походить тогда? Давай с отравленным. Стандартный прицел, короткий прицел. Он дает нам такой точности. Сокращения расхода нету. УД. Ладно. Так, где-то херня у нас. Вот он, снайперский. У меня 500 патронов есть, крафтить не надо. Бластер чужих. Чужой бластер. Бластер чужой. Я думаю, нам хватит патрончиков. На него можно поставить. Сейчас мы посмотрим, будет ли действовать проверки на пистолеты. Раз он сказал, что это пистолет, блять, не туда, выйди. Проверки, пистолеты, эвент, эвент. Тут понял, теперь подрывник мы убираем, он не нужен. Батарея предлагается, возьмем и сразу сократим немножко веса. Тут у нас получается гений упаковки убираем, и это у меня стояло все на этом, на неделе лута. Это мы уберем. Мы поставим, блять, я не посмотрел статы. 20-50-50, ага, 20-50-50. Нет, работают карточки, плюс еще энергетическое оружие. А если попробовать гантометчик? Адреналин, плюс 36% к урону. Ну, за каждое убийство. А, ладно. У нас будет убийств мало, поэтому мы протестим его максимальную мощность просто. Неавтоматическое. Так, где еще? Вот еще одно неавтоматическое, и пробитие пистолета должно быть, да? Одно. Дуэлист. Вот он. А, нет. Это мы все снимем, козлиные ножки. Мы оставим вот как раз 3%. Ой, 3 карточки остается на пробитие. Так, очки действия устанавливаются. Нет, 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 нет. А, где? Вроде тоже было с пробитием. Нет, пробивного у них нету. И что у нас получилось? 26-65-50. Тройной урон. Один ядовитый, который сразу наносится, и постепенно. И плюс еще энергетический урон. Так, дальше мы с вами что делаем? Мусорщика уберем, химика уберем. Ставим науку. Раз. Два, три. И у нас снова возрос урон. Я думаю, это нам будет на руку. Но мы посмотрим. Блять, я не тот экран включил. Стримчанского включил экран. Чё они сказали? Чё сразу там молчали? Ладно. Так, и... Фото. Так, мне нужно... Подожди. Подожди. Во. Здесь будет эпичный фото. Одень его, ёптать. Да-да-да-да. Перемену сразу тест, чтобы потом разобрать что-то. Окей. 42 боеприпаса в ломе. Почему? А у меня здесь 30. А тут 42. Нет, 30. Что за прикол? Ладно, не суть. Я предлагаю, да, на матку. Он должен с маткой справиться. Хорошо так справится. Главное, нам не пиздюется. Неплохо так. Хоть и он показывает маленький урон, но он такой уж достойный. О, матка. Какое туловище? В голову.
И... Так, и меня сейчас, походу, опять положат. А, не, смотри, она меня из виду даже потеряла. А, меня даже не видит. Ну, по сравнению с простым пистолетом 10 мм, он быстрее сейчас вынесет ее. Даже в слепошару. Ай-яй-яй. Женщина, я не торгую. Женщина, я не торгую. Можно было на еще критические атаки Васи поставить. Я в удаче. Ну да похуй, так нормально. Я даже простенькими такими попаданиями в черепушку вообще отлично. Так, боеприпасы я заберу. Ну, пойдем пожухаем кого-нибудь. Вон как раз. Выгнать незаконных поселенцев. Так, давай это сделаем активным. Вышка рейнджеров. Да, там горелые, так нормально, думаю, на них тест пойдет. А еще бы ультрацетовые боеприпасы чужих стояли, так бы вообще пиздец висел. Ну да ладно, это не суть. Не обессудь. Скрытости с этим пистолетиком не похочешь, да особо-то и не нужно, потому что он выносит только так. Бах-бах. Так, где там еще-то черт? Бам, бам. Откинулся от собственного же яда. О, о. Это нам надо. Нам, это нам не надо. Ну, и раз полная локация этих горелых, значит, здесь должны быть пупс. Но дверь открыта. Вообще шикарненько так выносит. Hello. Две пульки хватает, даже он у меня однозарядный здесь, а он... Я схожу с двухзарядным, блять, это вообще пушка. По идее, раз у меня стоят на моем основном бластере криогенные заряды, он должен их замедливать, но он их не замедливает. Давай для наглядно покажу его тебе. Вот он чужелямп, вот он двухзарядный. Одна звезда, это просто двухзарядный. Мне этого достаточно. Здорово. А, не, ты не тут, ты вот. Оп, одной пульки хватило. Одной пульки хватило. На двухзарядный. Так, ну давай. Бакс напалму. Нахер. Во, масочку вот эту классненькую возьмем, ее продам потом. Попса спиздили. Все, о, ништяк. Так, а чё, тут еще кто-то? Вон, да, точно, в гараже. Предлагаю еще тест на матке болотников, конечно. Но уже с этим пистолетом, с одной звездой. Ага, Гаус пистолет. Да, я молодец, я знаю. Следующая матка у нас получается рассветное поле или потерянный дом. Блять, я забыл на какой локации. Похуй, поехали на поле. Там будем поливать. Поле от слова полив. О, я отгадал. Тут стоят криогенные снаряды. Ну, понеслась. Уйди нахуй отсюда. Артобстрел, ёпты. А вот тут уже посложнее. Ну, левелап, ништяк. Так, матка, вылезай нахуй. Так, входим в невидимость. И дрочим, мать. О, смотри, блядь. Он быстрее сносит даже. Слушай, может, криогенные правда лучше? Хотя, если это болотники, они сами яда дают, так может, у них иммунитет к ядам стоит. А для этого нам нужны... Ой-ой-ой, перк на просмотр резисторов. Ну, сейчас и посмотрим заодно. Так. Гранатометчик уберем, пока он нам не нужен. И наблюдатель. Вот они. У нее защиты к яду нету. Нету защиты к яду?
Положи, то есть у меня было бы эффективнее тот пистолет, потому что у этого резиста 250 только на заморозку. Так. Где он тут? Ну, тут плюс идет то, что сразу по два снаряда идет. Где он? Не выкинул же я его. А, вот тест. Не, хуйня, двухзарядный он получше будет. Оба, Драма Квин, как она как трагически падает, я не могу. Ну, неплохо, очень даже неплохо, мне понравилось. Да, мне нравится пистолетик, я с ним бегаю, все нормально. Еще никто не жаловался. Так. Оп, зашкирились. Так, ну как же без шутки минутки? О, 37 наборов, нихуя себе, блядь. Погнали, дорогой мой. Почему Ластик переехал? Решить жизнь... начать жизнь с чистого листа? Fallout шутит. Ну, пожалуй, на этом мы наш тестик и закончим. Я надеюсь, тебе понравилось, и ты оценишь это по достоинству. Поэтому подпишись и поставь уведомление, чтобы не пропустить следующий тест. Так, всем серденько, всем до скорого, пока.